Добрый день, друзья! Сегодня готовлю пирожки из лаваша с курицей. Это аппетитное и сытное блюдо быстро готовится и также быстро съедается. Мне понадобится сыр, отварная куриная грудка, пучок петрушки, сметана, чеснок, специи и соль. Куриную грудку нарезаю небольшими кусочками. Нарезаю петрушку. Добавляю чеснок, специи, сметану. Измельчаю в блендере. Полученную массу делю на две равные части. Смазываю первый лист лаваша. Посыпаю 1/2 частью натертого сыра. Накрываю вторым листом лаваша, смазываю и посыпаю оставшимся сыром. Сворачиваю плотно в рулет. И нарезаю на ломтики 3-5 сантиметров. И обжариваю на растительном масле с обеих сторон до золотистого цвета. Приятного аппетита!